Невеликий райцентр стал местом посяджения невыпадково. У минулым годе Лоеў пополнил спис самых бедных регионов Беларуси. Тому еще ранее старшиня облвыканкама Владимир Дворник дорушил распрацовать меры, каб Лоеў больше не трапил в безрадостный рейтинг. У посяджения удельничали старшиня выканкамов и администрации районов, керовники структурных подразделений разных ведомств, директоры буйных предприемств. Говорка и шла о проблемах, которые не дозволили выконать прогнозные показчики у полном объеме, хоть по шерогу параметров. Гомельщина уваходить у тройку лидера Украины. Картину псуют негативные моменты. Один из них – загруженность складов готовой продукции. Шляхи вырашения, на думку губернатора, видовошные. Сегодня есть механизмы, которые поддерживаются правительством и главой государства. То есть у тебя остатки, ну ты видишь, что дальше перспективы нет. И остатки лежат. И они дорогие. И они не пойдут. Но принимают совместное решение и продали по дешевой цене, получили оборотные, но закрутили производство, зажав все свои затратные механизмы. У якости становчего прикладу по скорочению выдатков отзначено предприемство «Гомельшкло». За короткий час тут сдолили снизить себе кошт готовой продукции на 33%. Завод знайшел поставки больше данной сыровины. Задача стоит одна – увеличить объемы производства вместе с сокращением затрат, для того, чтобы продукт гомельских производителей был конкурентоспособен по цене. Другое питание посяджения – выполнение бюджету. Формирование его доходной частки шло довольно напружено по причине тяжкости, которые переживает экономичный сектор. Тем не меньше выплату заработков и отпускных работникам бюджетной сферы удалось обеспечить, практически не притягивающие ресурсы республиканского бюджета. А уровень кредиторской запозиченности по сродках бюджету – наименьший сирот региона Украины. Первое полугодие показало, что второе будет непростым. Поэтому всем необходима, естественно, работа над доходами. Маленьких денег не бывает. Для нас важны все доходные источники в рамках законодательства собрать вовремя и в полном объеме. Ну, естественно, по расходам. Очень внимательно надо относиться к бюджетным средствам, грамотно проводить процедуры закупок, не допуская неэффективного их использования средств бюджета. Руслан Проляскоўскі, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Лоєва.